Федерация парусного спорта нашли замену Павлу Сазыкину, недопущенному к играм. Именно участника Олимпиады назвала Наталья Федорова. Она исполняет обязанности главного тренера российских олимпийцев, участников соревнований. Итак, вместо Павла Сазыкина в классе Як-470 выступит Владимир Чаус. Он уже вызван в Рио-де-Жанейро. С 2005 по 2012 он был рулевым с Денисом Грибановым и весь последний сезон отработал под руководством тренера Михаила Заболотного в одной группе с ребятами. Конечно, Чаус будет участвовать в Олимпиаде, если спортивно-арбитражный суд не отменит в последний момент отстранение Сазыкина от игр. А наших теннисисток, ведущей пары Елена Весниной и Екатерина Макарова, и другие проблемы, они по пути на Олимпиаду застряли в аэропорту Майами. Но сейчас все нормализовалось, они все-таки достали два билета на рейс до Рио-де-Жанейро.